Жирвлог. Юху! Всем привет! Вот и начался второй день моего вызова самому себе похудеть на 5 килограмм за 11 дней. Так как я вчера вам очень долго монтировал видос последний, вот этот 10-минутный там, где тренировки, вся фигня. Короче говоря, залил я его где-то в 4 часа дня, понял, что на тренировку я уже не успеваю. Поэтому пошел на улицу, попытался пробежаться, там на турничках позаниматься. В общем, я не знаю, с чем это связано, но сил вчера у меня вообще не было. Просто ноль. Настолько себя слабым чувствовал, каким-то беспомощным. Голова кружилась. Ну, я думаю, что это все из-за безуглеводки, естественно. Вот, но ничего страшного, я справлюсь. Сейчас я пойду на тренировку. Это очень короткий видос будет, сразу говорю. Сегодня буду делать ноги, жим лежа ногами, обычные подъемы ног с отяжелением. Я не знаю, что-нибудь еще на бицепс ноги покачаю, наверное, какое-нибудь упражнение сделаю. По максимуму прокачаю сегодня ноги, по максимуму своих сил, так скажем. По питанию остается все то же самое. С утра выпил чашку кофе с мацой. Настроение бодрое с утра. Вроде бы себя чувствую нормально, силы есть откуда-то, сам не знаю пока что откуда, но к вечеру я буду просто в салате. Не смогу двигаться, ходить, передвигаться, лежать. Кстати, начал на 2 часа раньше спать ложиться из-за того, что очень быстро устаю в течение дня. И раньше ложился там где-то 12 час, ну и просыпался там в 10 утра обычно, в 9. А сейчас ложусь в 11 вечера где-то и в 7 утра встаю в 8. И уже как бодрый такой хожу в течение дня, вот. Сейчас увидите мой вес. Да-да-да, я сбросил за вчерашний день 0 килограмм. То есть как весил 88,6, так и остался весить. Но это связано с тем, что не было никакой физической активности, я ничего не делал, просто лежал, сидел и все. Так что сегодня я собираюсь основательно поработать, побегать, покушать, даже чуть больше, чем вчера, скорее всего. Вот, и думаю, будет какой-то результат завтра уже. Кстати, для завтрашнего видео сниму быструю нарезку своей тренировки ног, ничего уже не буду рассказывать, потому что реально занимает очень много времени. А уже после своего этого влога, жир-влога, когда сброшу вес или не сброшу, я уже буду выкладывать нормальные тренировки с объяснением всего. Будет интересно, весело, смешно смотреть, надеюсь. В общем, какой-то такой быстрый отчет за сегодня. Всем спасибо, я пошел на тренировку. Не болейте, не скучайте, Ильдар Жирвлог, пока.